Ну что, ребят, проведу вам экскурсию в порту Майрана. Выход нам запретили, в общем, в город в очередной раз. С владельцем капитан разговаривал. Так что вот вышел тут поколесить. Ну, в принципе, есть что посмотреть. Выгружаем наши камушки вот на эти треки. Так, ну пойдем. Там смотреть нечего. Я так понимаю, это зерновое у нас. Как это назвать? Емкость, в общем, для зерна. Скорее всего. Здесь вот ребят устанавливают движки на яхту. Volvo Penta. Такой вот движок. Вообще их два. Один уже они загрузили. Подключают. Достаточно быстро. Проходная такая, чисто символическая. Вот эта машина для погрузки контейнеров. Кран у нас для леса здесь стоит. Ну и вот для подобных конструкций тоже. Честно, не знаю, для чего. Ну это, скорее всего, конечно же, на баржу устанавливается. Потому что, видим, кранцы, да, стоят. Не просто так. Также двери с таким, да, с люмиком круглым. Морская тематика. Будет где-то стоять у причала. О, вылетает как. Еще одна яхта. У них ворота автоматически открываются, закрываются. Такая вот небольшая яхточка. Давайте посмотрим ее снизу. Тоже, скорее всего, на ремонте. Стоит. Ну, тоже уже, наверное, лет 20, и не меньше. Судя по качеству краски, уже потускневшая вся. Лес. По поводу леса, ребят. Думаю, что он не российский. Так как выглядит он не очень качественно. Достаточно мелкий сорт. Конечно, не спорю. У нас тоже может быть такой лес. Но в основном стараются более крупные, да, рубить. И как бы они не разбиты, как вот здесь. Слишком маленькие, там побольше, поменьше. У нас всегда они как-то вот, вот примерно вот, наверное, вот такие, да, наш лес. То у них, видите, как разбег какой. Здесь вообще дрова. Сам город, да, рядом. Газонокосильщик ходит, траву косит. Вот. Он надпись Майрана, Хавн, Порт оф Майрана. Так, написали тут граффити. Будка. Спасатель в ней, наверное, должен сидеть. Здесь. Хотя нет, это я вам, ребят, вру, конечно. Трансформаторная будка здесь. Питание подается для судов, которые ремонтируются. В данный момент ремонтируется у нас буксир. Это не красят. Имя поменяли. Вот, видим, да, все чистенько, аккуратненько. Сварочные работы они проводят тоже. Вот, опять лес. Опять похожая платформа, что мы проходили до этого, да. На ней лежат мачты парусного судна. Тоже такие уже бэушные, понятно, что не новые. Шлюпка. Вон Субарик подъехал, дедуля сидит, чаек пьет. Сейчас мы туда подойдем, посмотрим еще оттуда виды. В принципе-то вот весь этот терминал заканчивается. Небольшой. Вон там видим, тоже стоят яхты. Можно будет попозже отдельно я сниму, наверное, пробегусь там. Хоть и запрещено. Ну а что делать? Хочется, ребят, иногда выйти-то, подышать свежим воздухом за пределами порта.
самом деле это больше у нас владелец очкует. Уже все давно выходят в города. Проблем никаких нет. Вот, можно сказать, я уже за пределами, да? Все, за ворота вышел. Вот такой вот здесь частный, как сказать, причал, да? Для яхт. Вот здесь парковка, не более 30 минут. Странно, почему так. Вот, допустим, я приехал, да, на машине, мне ее куда поставить? Я захотел покататься на яхте. А больше 30 минут нельзя. Непонятно. Беседки. Субарис. Мы видим со стороны морской. Человек там отбивает. Отбивает ржавчину. Дизель филин Майрана. Смотрите, здесь еще что-то вроде как заправка. Не знаю, работает она или нет. Выглядит как-то так. Вот наше судно стоит. Дальше. Как-то так, ребят. Короткий обзор порта Майрана. Самое его сердце здесь, да? Там, конечно, дальше есть еще причалы, вот в той стороне. Мы стоим здесь. Видим, там еще тоже, да, терминал вдалеке. Здесь достаточно такой большой порт. Ну и город сам по себе не маленький. По крайней мере, визуально. По Википедии не смотрел, сколько у него вот, численность. Я думаю, может, 1200. Для Норвегии это очень много. Я, наверное, кто я пожинул, может, 100-150. Именно вот этот район. Центр.